Доброе время суток. С вами программа «Магия смысла» и я, ее ведущий Давид Эдельман. Поговорим сегодня про диалектику истории. В разных странах можно слышать, что вот благодаря тому-то это осуществилось, и поэтому нам нужно это сохранять. Приведу один пример. Американская совершенно, хаотичная, кажется, вот сделанная из различных лоскутков федеральная система, система выборов, где непонятно, как голосуют, как выбирают и так далее. Американцы очень четко объясняют, что именно благодаря этой системе федерализма, когда вот каждый штат танцует под свою дудку, принимает для себя законы, голосует как и так далее, вот именно благодаря этому и создалось такое американское государство. Окей, благодаря этому. Нужно ли сегодня менять систему выборов? Они говорят, нет, поскольку благодаря этому оно было создано, то менять не нужно. Может быть, но только в этом веке, то есть только с 2000 года, американцы показали нам два раза выборы, во время которых кандидат, который получил большее число голосов, наибольшее число голосов, проиграл выбор по американским законам, по законам американской демократии. То есть первый раз это был Альберт Гор, который проиграл Джорджу Бушу в 2000 году, получил большинство голосов, но Бушу проиграл. Второй раз, это было в 2016 году с Дональдом Трампом, когда Хиллари Клинтон получила большинство голосов, но проиграла Трамп. Американцы хранят свою систему, несмотря на то, что она явно приводит к таким казусам и парадоксам. В России очень часто мы можем услышать о том, что если благодаря вот такой вот сталинской системе правления Советский Союз выиграл во время Второй мировой войны, то, наверное, к этой системе, в этой системе правления является самой хорошей, идеальной и так далее, и так далее. В Израиле в последнее время нам рассказывают про государство Галахи, про еврейское талмудическое право Галаху, которое сохранило еврейский народ в течение 2000-летий изгнания. И рассказывает о том, что Галаха, она, талмудическое право, еврейское раввинистическое право, она сумела сохранить евреев, сохранила евреев в Галуте, в изгнании в течение 2000 лет. И всегда задаешься вопросом, для вас в этой фразе Галаха сохранила евреев в изгнании в Галуте, или раввины сохранили евреев в Галуте, в диаспоре, главным словом является «сохранила», «сохранили». А для меня не менее важным является слово «в изгнании», в Галуте, в диаспоре, на чужбине. На чужбине, а не в своем государстве. Это очень важно. Даже если учесть, что, допустим, какая-то система хорошо помогла, сохранила, сделала, это не обозначает, что она должна существовать вечно. Приведем такой пример. Дело в том, что вот современная система европейского либерализма, вот это вот прав, свобод и так далее, она возникла из феодальных войн между крупными феодалами и королем. То есть английская Магна Карта, Великая Хартия Вольности, она возникла из-за того, что феодалы противостояли королю Иоанну Безземельному и заставили его подписать Хартию Вольности, которая давала права, давала разграничение властей, которая давала права на судопроизводство, это судонахождение и так далее, и так далее, и так далее. Целую систему прав, с которой началось современное западное общество.
его вырвали феодалы, которые благодаря феодальной раздробленности и тому, что они противостояли королю. И только благодаря этому возникла великая хартия вольности, а следом за ней и современный либерализм. Извините, пожалуйста, но разве из этого вытекает, что мы должны возвращаться в феодальную раздробленность, что феодализм должен продолжаться вечно? Если мы говорим, что великая античная культура древних Афин, культура, которая дала потрясающую трагедию Эсхила, Софокла, Еврипида, которая дала комедию Аристофана, которая дала великих философов Сократа, Платона, Аристотеля, мы можем сказать, что эта великая культура древних Афин была возможна только благодаря рабовладельческому строю и греческой полисной раздробленности, когда каждый маленький полис, город, существовал как отдельное государство. Что из этого следует? Что мы хотим, если мы хотим культуру, если мы наслаждаемся произведениями Платона, обозначает ли это, что мы хотим возвращения рабовладения? Или же мы хотим, чтобы каждый город существовал как отдельное государство? Люди, которые путают вот это вот благодаря и нужно сохранить, они очень часто просто не понимают не только диалектику истории, а у истории есть своя диалектика, но и диалектику развития, диалектику эволюции. И вот тут очень интересно, что ученые уже давно выяснили, что то, что в эволюции помогало человеческому существу, гомо сапиенсу, то сегодня мешает нам, современным людям. То есть, наш метаболизм, он создавался в условиях тропической саванны, когда человек еще не был ни земледельцем, ни даже охотником. Когда он, в принципе, занимался тем, что побирался, собирался либо то, что ему оставили тигры, подъедающие за тиграми шакалы, либо плодами, упавшими с дерева, либо чем-нибудь подобным, он был, в принципе, собиральщиком, паразитом-собиральщиком. И вот наш метаболизм, наша система обмена веществ, она создавалась вот эти вот долгие-долгие сотни тысячелетий, когда человек влачил подобное существование в тропической саванне. И поэтому она предназначена для того, чтобы беречь энергию. Но эта система метаболизма, наследство от того древнего человека, досталось человеку современному, вот современным пузом, у которого бы, наоборот, лучше тратить энергию больше. Ему не нужно бежать от тигра или преследовать что-то. Ему вот это вот сбережение энергии, то, что когда-то помогало нашим далеким предкам, оно мешает сегодня современному человеку. Либо вот наш далекий предок, у него выработалось вот такое вот условное. Если он видел что-то сладкое, он стремился съесть это как можно быстрее. Стоило сделать что-нибудь, ну, то есть, что могло быть сладкое? Это либо какой-то плод, упавший с дерева, либо еще что-то, что случайно ставшее сладким. Понятное дело, что ему надо было это съесть побыстрее, потому что у него был, опять-таки, вопрос с подзаряжением энергии. У современного человека нету необходимости, у него никто не отнимет эту конфетку, которую дали ему в руки. Но как только современный человек начинает есть что-то сладкое, он начинает есть намного больше и намного быстрее. У него срабатывают вот те рефлексы древнего человека, которые, ну, сегодняшнему человеку, они не только не помогают, тогда они спасали жизнь, а сегодня они мешают, они губят. Наша система стресса, вот получения
информации об опасностях, она опять-таки создана для того, чтобы человек мог начать немедленно бежать. А в сегодняшнем мире она приводит к инфарктам. Потому что вот этого непосредственного, во-первых, человек постоянно ощущает какое-то чувство опасности, он постоянно живет в напряжении. И оно приводит к стрессам, к инфарктам, депрессии, к инсультам и так далее. То есть те же самые системы, которые нас спасали когда-то, и сегодня работают против нас. Возвращаясь к еврейским вопросам, допустим, государства Галахи, тут надо понимать, что Галаха, в отличие от того, что говорят там разные религиозные агитаторы и политики, она не существовала в период, когда существовали еврейские царства. Ни одно еврейское государство не существовало по законам Галахи. Она возникла, талмудическое право, возникла после разрушения второго храма и после разрушения еврейского государства. И она возникла для того, чтобы евреи могли выжить в изгнании. Благодаря талмудическому праву евреи выжили в изгнании, евреи выжили в гетто. Собственно говоря, именно еврейские законы, религиозные законы, они помогали евреям отградиться от окружающих мира. Вот то, что Солженицын назвал великий еврейский схорон, схорониться себя. Если свести три великие религии к одному слову, то, вероятно, главным словом ислама будет само слово ислам, покорность. Задача каждого мусульманина 5 раз в день выказывать покорность Аллаху. А задача ислама в целом – это покорить мир. Ни сегодня, ни завтра. У них на это есть тысячелетия. Но ту часть мира, которая когда-то была исламской, уже нельзя отдавать. Поэтому ислам так тяжело переживает потери Испании. Поэтому ислам так тяжело переживает потери территории, которую сегодня занимает Израиль, или потерю Крыма, который когда-то был тоже, на нем было мусульманское государство. Так вот, ислам – это покорность. Если мы берем главное слово христианства, это слово Евангелие, благовестие, благая весть. Благая весть о том, что в Иерусалиме, при Понтии Пилате, сошедший на землю Сын Божий, принял крестную смерть, воскрес и освободил своими мучениями человечество от первородного греха Адама. Поэтому задача христианина, донести эту благую весть до всех людей в мире. И поэтому, если открывается необитаемый остров, то он не интересует евреев, если там нет других евреев. Он не интересует ислама, пока до этого острова не дошел мир ислама для того, чтобы его захватить. Но он моментально интересует христиан, потому что христианам важно немедленно отправить туда миссионера, который должен сообщить аборигенам, найденным, о том, что в Иерусалиме во времена Понтия Пилата, и дальше по книжке. Есть благовестие. Так вот, если мы берем еврейскую религию, то главное слово еврейской религии – это исагдут, сохранение. Вот задача Аллахи была сохранить еврея в изгнании. И она их сохранила во многом благодаря своим законам и так далее. Но во многом благодаря чему ей удалось сохранить еврейский народ, это то, что это была принципиальная антигосударственная система. И как антигосударственная система, она была противопоставлена государству, причем любому государству. Она сохранила евреев в Галуте. Но сейчас, когда существует еврейское государство, то оно продолжает быть такой же антигосударственной и антигосударство направленной, как и по отношению к другим государствам. Вернее, даже больше, потому что в других государствах вот этот вот галахический, раввинистический, талмудический иудаизм со стороны государства и окружающего общества сильно уравновешивал юдофобия, антисемитизм. И так далее. В Израиле это нет, и слава Богу, что нет. Но
Получается, вот это восприятие этого государства как своего, с одной стороны, и с другой стороны, галактическое отношение к нему как к чужому, оно приводит к очень тяжелым последствиям. Поэтому для Израиля государство Галахи – это оксюморон, это вещь, которая существовать не может. Это сочетание несочетаемого. А в истории нужно хорошо разбираться и нужно понимать, что история не статична. И то, что на определенном этапе могло спасать людей, на другом их губит. С вами была программа «Магия смысла» и я, ее ведущий, Давид Эйдельман.